нашли его. Инна на вас кого, брата. Кого? Вот, ну, Инна на вас брата, что месяц назад. А, у вот, то, что это, ну, а где он был? Ну, живого тебе... нашли? Нет. Лучше тебе не рассказывать. А, мертвого нашли? Да. Как он тебе, как он рассказал, тебе лучше это не слышать. Ну, рассказывай, что ты как это, то убитого нашли ну, уже. Что-что? Сестра ж поехала там в Донецк, там какая-то, короче, грубо говоря, свалка. Платила ой, деньги, платила деньги, лежат один на одном. Эти ой, сука, все бегут, все это. Короче, платила деньги, нормально заплатила, и вот это перелаживали, пока она не нашла. Ой, сука, блядь. За это почему бородатая, блядь, рассказывает, тварь ты ебаная? Говорит, там целая, ну, короче, там некуда уже, свалка. Короче, я тебя лучшим языком, свалка. Пиздец, высотой с человеческий рост. Вот, сука, блядь. Говорит, тысячи, тысячи. Ну вот это кидают, а потом им же проще сделать, что пропал без вести. И я с Валей кто-то так говорил. Вот им, тварь, проще, им проще сделать, пропал без вести. Суки, блядь. Говорит, и так вот чисто случайно, и говорит, ну специально ехала, и говорит, специально вот это, говорит, там, говорит, пиздец. Она набрала денег и, короче, и поехала. Через это все нашла, где вот эта вся свалка, короче, это, ну как, это не мозг, хотя свалка. На все, как говорится, здоровенный этот поле не поле, полигон не полигон. Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, вот это там тысячами привозят, вот так, говорит, тысячи, говорит, ну не знала, хватит, не хватит, говорит. И сколько перелазывать? 2, 3.